Дорогие друзья, представьте, автобус с русскими туристами ехал на Олимпиаду Сочи 2014, водитель не справился с управлением, и автобус завис на краю обрыва. Спокойно, спокойно, не двигаемся. Ребята, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Плохая. Если за рулем сидит кавказец, значит ЛДПР не выиграл. А хорошая? А хорошая! Водитель из Тагила не только рулит, но еще и разруливает. Руки убери. Ага. У меня для тебя две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Если придерживаться принципом «не грусти, грудь не будет расти», то Анна Семенович просто хохотушка. А хорошая? А хорошая! Девушка как шарфик очень хорошо сидит на шее. У меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с плохой. Немногие знают, японские ученые забрали на телефон, который на нас. На.